Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение номер 6 на странице 66. Прочитай. Мост, гриб, змея. Поле, волны, волна, грибы, трава, мосты. Змеи, поля, травы. Найди слова, в которых букву, обозначающую безударный гласный звук, в первом слоге надо проверять. Подбери каждому слову проверочное. Напиши сначала проверочное, потом проверяемое слово. И у нас дан образец записи. Сначала мы пишем проверочное слово «волны». Оно проверочное, потому что ударение падает на гласный звук в первом слоге. А «волна» – это проверяемое слово, потому что в первом слоге безударный гласный звук. Итак, давайте найдем такие пары слов и запишем их. Первую пару мы просто спишем. Волны, волна. У нас в первом слове ударение падает на первый слог волны, во втором на второй слог волна. И мы стрелочкой показываем, что у нас и в ударном, и в безударном слоге пишется одинаковая буква «о». Запишем следующую пару слов. По-ле, по-ля, запятая. И доказываем, что мы правильно записали эту пару слов. По-ле. Ударение падает на первый слог. Это слово является проверочным. По-ля. Ударение падает на второй слог. Это слово является проверяемым. Но и в первом, и во втором случае мы пишем гласную букву «о». Следующую пару слов записываем. Мост-мосты. Мост. Ударение падает на первый слог. Проверочное слово. Мосты. Ударение падает на второй слог. Проверяемое. И проверяли мы безударную гласную «о». Следующая пара слов. Гриб-грибы. Ударение ставим «гриб» на первый слог. Проверочное. «Грибы» на второй слог. Проверяемое. Проверяли мы гласный «и». Следующую пару слов записываем. Змеи, змея. Ударение ставим змеи на первый слог. Змея на второй слог. Проверяли мы гласную «е». Следующая пара слов. Травы, тире. Трава. Травы. Ударение на первый слог. Проверочное. Трава. Ударение на второй слог. Проверяемое. И проверяли мы гласный «а». Следующее. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.